Учитывая, что самыми популярными приемами воспитания человека является вызов у него, у ребенка я имею в виду, чувство вины и стыда, заставлять его силой быть послушным, выполняя команды родителей, это самые популярные приемы воспитания и, судя по всему, не без кавычек, самые эффективные. Хотя, как смотреть, правда? то неудивительно, что человек потом в дальнейшем этот вызов у него извне чувств вины и стыда. Но ну, ты посмотри, как ты себя ведешь. Но неужели ты будешь и дальше продолжать так себя вести? А ты видел, что вот Катенька уже с соседнего подъезда уже читает, в отличие от тебя. Ну посмотри, как ты смешно выглядишь. Да, я думаю, что для вас не будет открытием что зачастую родители свои нерешенные проблемы и дыры в своих сердцах пытаются компенсировать плотью своих детей, да, как бы затыкая свои дыры детьми, отыгрываясь на них не без насилия психологического, эмоционального в том числе. Итак, далее. Дитя потом вырастает, но если вы видите перед собой человека, у которого даже есть морщины на лбу, и у которого в соответствии с данными в паспорте там может быть и 45 лет, это не значит, что перед вами не ребенок. То есть есть такая иллюзия, что если седина ударила в голову человеку, то значит он как минимум является взрослым. Нет, это то же самое дитя, просто в чуть постаревшем теле. Поэтому здесь не надо обманываться. Ну так вот, а вот эти... Заклинание. Я когда использую слова из этого дискурса: типа заклинание, колдовство, расколдовать, волшебство и прочее. Конечно, здесь исключительно причинно-обоснованный подход. Это просто как метафоры я использую для красоты, для красного, яркого слова. Ну, так вот. А вот будучи заколдованным этот человек этими внушениями в него чувство вины и стыда, чтобы сделать его послушным, он в дальнейшем начинает клевать на соответствующие крючки. Он в дальнейшем, крючок, я имею в виду манипуляции, на соответствующие манипуляции. То есть человек начинает реально испытывать чувство вины и стыда, если ему разве не стыдно так себя вести. Я думала или думал, что вы выполните мою просьбу сразу же. Ну тебе жалко, что ли, мне деньги в долг давать и выйти за меня завтра на работу? Я думал, ты настоящий друг. Именно тот человек будет клевать на эти крючки, то есть послушно выполнять такие манипуляции, кого с детства зачемырили этими манипуляциями настолько, что страх они у него вызывают и кошмар. Ну так вот. И вот сейчас важная тема, это втор первый важный смысл, что... Вызов чувства вины и стыда – это популярнейшие средства воспитания детей, которые используют родители, чтобы таким образом хотя бы немного снять свое напряжение из-за нерешенных своих проблем, так сказать. Вторая важная тема, что человек, вырастая, он может быть в иллюзии, что он вырастает, но нет, он продолжает и дальше, уже когда нет источников голосов, когда даже физически этих родителей с человеком нет рядом или других замещающих фигур, он продолжает дальше себя чмырить, обесценивать, в общем, вызывать у себя чувство вины и стыда, продолжает дальше, либо своим голосом внутри, который может даже и не слышать, либо на театре своей жизни, окружая себя людьми, которые будут проговаривать ему такие же фразы, которые проговаривали ему когда-то. Это вторая важная идея, на которой приглашаю вас с вами. Нас с вами. Приветствую вас. С вами Альберт Сафин. Опираться, как вы на это смотрите. Ух, фундамент должен быть достаточно крепким, чтобы не провалиться в него, правда? Итак, и теперь давайте, опираясь на это, двигаться дальше. Закон здоровой самооценки. Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о себе. И это система представлений человека о себе, которая закодирована в не только его убеждениях, мыслях касательно того, что он заслуживает в жизни или нет, но прямо она чувственно закодирована в нем до да, совокупности условных рефлексов в том числе. Ой, они, наверное, на меня так посмотрели, потому что как-то не так волосы на мне лежат. Ой, видимо, они сейчас обо мне думают, и я, наверное, что-то неправильно говорю. Ой, видимо, эта ниточка, которая предательски выползла из колготок, заставляет их обо мне думать. И какая же я, значит, плохая. Надо что-нибудь поправить. Ой, девоньки, вы такие хорошие. Но здесь все, что угодно может быть, да? Или как показать себя настоящим и крутым, чтобы никто даже и не подумал, что я ничтожество на самом деле. То есть вот э, сейчас будет закон здоровой самооценки. Я не хуже и не лучше других. Это я я не лучше и не хуже даже тебя конкретно человека передо мной или образ, который у меня возникает, словно это как расколдовать это заклятие, в котором человек пребывает зачастую, обратившись к человеку перед собой, ну к образу в первую очередь, даже мысленно, это внутренняя работа. Итак, выше было вводное слово, мы с вами вгрызаемся в этот урок, а теперь едем. Я думаю, вы в очередной раз думаете, какой отвал башки, Альберт, твоя забота о нас безгранична, ты подготовил такой прекрасный конспект. Я ответ на этот вопрос скажу таков всегда. Итак, давайте теперь... По конспекту. Закон здоровой самооценки. Я не хуже и не лучше тебя. Человек, знаете, можно представить вот мышление человека в виде многослойного пирога, каждый слой которого функционирует в каждый момент времени, просто осознает человек далеко не все. Итак, и вот здесь внутренняя работа есть, настрой, то есть то, что проговаривается мысленно, внутренне. Есть внешняя работа, это слова. Да? Если я буду говорить, это внутренняя работа, это внешняя то кто уже привык к моему языку, к ключевым словам, уже понимает. Это значит мысленная работа, что проговаривается внутри. Ведь ваши слова, они в любом случае имеют оттенки того, какие процессы у вас внутри. Можно сказать же, я, я тебя благодарю, а можно я тебя благодарю. Видите, там и там-то слова как бы те же самые, но подача совершенно разная. Это все зависит от того, какие внутренние vibrations, какие внутренние вибрации и настроения есть у вас. Итак, внутренняя работа, настрой. Я не хуже тебя, и поэтому я не буду перед тобой оправдываться. И я, ну, то есть играть в твою игру. И я не лучше тебя, и поэтому я не буду тебя давить. То есть заставлять тебя играть в мою игру. Я нормальный и ты нормальный. Да? Я буду далее показывать вам примеры крючков для демонстрации. Да? То есть смотрите. Да ладно тебе, чё ты, да не унижайся ты так, в конце концов. Это крючок. Крючок в данном случае это манипуляция, это попытка воздействовать на вашу картину мира, чтобы сделать вам, вас послушным в выполнении команд. На и видите, этот крючок вызывает необходимость у жертвы, ну то есть э, агрессор это тот, кто крючок бросает, жертва тот, кто на крючок клюнет. Но если я не клюну, то я не становлюсь жертвой. Начинать оправдываться, ой, извините, пожалуйста, видимо, я что-то делаю не так, надо мне замолчать. Или начинать давить, да слышь ты, козлина, ты что сейчас сказал? Это у тебя, видимо, в семье принято так говорить, да ты сейчас так не говори, а то сейчас порожено стучу. Ну, в общем, видите, и оба эти варианта, это побочный эффект крайне, знаете, нездоровой самооценки. В первом случае человек начинает оправдываться, чувствуя себя ничтожеством. Во втором случае он пытается от себя свою ничтожность скрыть и пытается атаковать собеседника. Но ну, какой в этом смысл, да? Ну, атакуйте вы его, ну, оставите вы его значит, вскрытую черепную коробку лежать на поребрике асфальта. Вам же потом надо будет с этим как-то жить. Поэтому зачастую лучший бой, который не состоялся, когда вы одолели соперника на уровне его мыслей. Лучший способ уничтожить врага сделать его другом. Это я к чему? Об этом как раз будет идти речь. Итак, да ладно тебе что-то, не унижайся ты так! внутренняя работа. Так, я не хуже тебя, и поэтому я не буду перед тобой сейчас оправдываться, даже когда ты меня об этом так настойчиво просишь. И я не лучше тебя, и поэтому я не буду тебя давить, даже когда у меня есть возможность это сделать. Я нормальный, и ты нормальный. Даже, знаете, как-то внутренне отпускает. Не хотел тебе, конечно, этого говорить, но ты совершаешь ошибку, потому что ты дебил, я не хуже тебя, и поэтому я не буду перед тобой оправдываться и чувствовать вину перед тобой, стыд и страх, играть в эту твою игру, в которую ты пытаешься меня втянуть. И я не лучше тебя, и поэтому я не буду тебя давить, оскорблять и унижать, даже когда, в принципе, есть все основания для этого, учитывая, как вы со мной общаетесь. Я нормальный, я хороший человек, и вы человек хороший и нормальный. И я, это видите, я вам показываю внутреннюю работу. И вот данный смысл может быть адресован как реальному другому, так и образу в голове, если вы сами себе крючки бросаете. Да? Тут важно прибывать лицом к лицу, ровное дыхание и спокойствие. Прибывать лицом к лицу – это пребывать в спокойствии, спокойно на это смотря. Внешняя работа, вот это внутренняя, да, вы можете потренироваться. Вот я вам скажу, слушай, ты хочешь веря, хочешь нет, но твои усилия абсолютно напрасны, это ничтожество. И вот вы можете здесь сейчас поставить паузу и проговорить вот этот прием. Обращаясь к Альберту. Так, Альберт, ну я не хуже тебя. Я не буду оправдываться перед тобой в ответ на эту манипуляцию. Не буду играть я в эту твою игру. Я не хуже тебя. Я не буду играть в твою игру. И я не лучше тебя. И я поэтому не буду заставлять тебя играть в мои игры и как-то давить на тебя, унижать в ответ и стремиться ударить тебе ручкой по затылку. То есть, видите, вы вот. Смотрите, крючок и манипуляции любые имеют вес только тогда, когда вы сами им этот вес даете. Но если вы выбираете не вовлекаться, великое правило, не вовлекайтесь в чужой бред. Не вовлекайтесь. То есть, смотрите, вот эта внутренняя работа, это как такое, знаете, как заклинание, чтобы не вовлекаться в чужой бред. Не вовлекайтесь в чужой бред никогда. Never be vovlication в Alien, бред, понятно? Не вовлекайтесь в чужой бред никогда. Если я начну вовлекаться в чужой бред, да ладно тебе, ты че, не унижайся ты так. Это бред собеседника. То есть, судя по всему, здесь, ну, это бред, не имеет никакого отношения к действительности. И в этом бреду человек думает, что я что-то делаю, и это какое-то унижение. И в этом бреду человек думает, что ему что-то виднее. И моя задача не вовлекаться в этот бред. Но если я начну говорить ему, я не буду вовлекаться в твой бред, потому что ты думаешь не мозгами, а соплями вместо них, то получается, я вовлекся в этот бред. И задача, так, ну я не хуже вас, и поэтому я не буду оправдываться перед вами, просто потому что я занимаюсь любимым делом. Не буду вовлекаться в этот бред и в эту вашу игру, в которую вы меня приглашаете. Я не хуже вас, потому что. И я не лучше вас, и именно поэтому я не буду заставлять вас играть в мою игру, я не буду вас унижать, ударять в ответ и что-то такое делать. Я вижу себя нормальным и вас нормальным, несмотря ни на что. Вот это, видите, почему лучше и хуже? Потому что... Как правило, а вот Тамарочка лучше, чем ты, уже оценки в школе получает. А вот на Кирюшу посмотри, уже на велосипеде ездит, не то что ты. А вот м Толя ходит на пять секций, а не как ты на четыре. А вот тут, тут уже пятерочку получили, да? Ага, -а, а сколько всего пятерок в классе было? Я пятерку получил. А кому еще пятерку поставили? Всем, наверное. Вот это хуже и лучше, это сравнение, это такое... Нечто древнее, потому что, как правило, человек, все мы через это проходим, дитя играет в игру, чтобы снять внутреннее напряжение, мое лучше, чем твое, и мерится своими игрушками круче или нет, игровыми приставками, а у меня Sega, у тебя Dendy, ну ты и дурак, бомж какой-то. Вот это важный момент. И поэтому здесь, учитывая, что эти проблемы с самооценкой, они написаны древним детским языком можно сказать, языком присмыкающихся рептилий. И вот задача с ним на этом же языке немножко и лялякать. Отпустить напряжение. Я не хуже тебя, и я не лучше тебя. Я не хуже тебя, и не, ты не заставишь меня перед тобой оправдываться на ровном месте. Ты кем меня видишь? И я не лучше тебя, и я не буду заставлять тебя оправдываться передо мной. Я не буду тебя давить даже когда есть такая возможность. Видите, вот здесь это внутренняя работа. Я думаю, что вы уже поняли, что это не проговаривается вслух другому. Поэтому это внутренняя работа. Но я же не могу движениями своих бровей передать вам свои мысли. Поэтому я проговариваю вслух то, что должно проговариваться внутренне. И знаете, сразу отпускает. Я не хуже тебя. И поэтому я не буду чувствовать негативные эмоции. Я не лучше тебя, поэтому я не буду заставлять тебя их чувствовать. Я в порядке, и ты в порядке. Далее. Да, потому что, смотрите, что я имею в виду вот этой строкой, что можно обращаться как и к реальному другому, так и образу в голове. Помните, я выше сказал, что вот на примере да, родительских ну, вот внушений через воспитание чувства вины и стыда, как правило, все люди из детства, и вопрос лишь заключается в том, что каждый из этого детства извлек, как означивает потом, и по-всякому бывает. Что здесь может, можно обращаться своего рода с этой фразой и образу в голове. Бывает, человек посвящает всю свою жизнь, 50 лет посвящает тому, что доказать маме, что все-таки я заслуживаю твоей любви. 50 лет, представляете, доказывать это когда еще зачастую мамы нет в живых, например, в данном случае, поэтому, знаете, такая важная тема, тоже это как расколдовывающее зачастую, если вот у ваших родителей не удалось организовать свою жизнь счастливым образом, то это не значит, что и вы должны страдать. Да? Вы можете выбирать, что хорошие у родителей выбираете брать, а что выбираете им оставить, и чему выбираете вы научиться в данном случае, но не обязательно вы должны брать все. Итак. Данный смысл может быть адресован как реальному другому, так и образу в голове, это я раскрыл. И важно пребывать лицом к лицу, ровное дыхание и спокойствие, потому что что значит лицом к лицу? Если вы, например, ой, ну я же, ну я же не хуже тебя, я не буду перед тобой оправдываться. Человек говорит это вербально вслух одно, но между сроком говорит другое, он уже оправдывается, да? Или, знаете, это как, я абсолютно спокоен, неужели по мне не видно, что я полностью спокоен? Видите, насколько бывает э, двойное послание здесь? С одной стороны, приговаривается одно внешнее, а внутреннее совершенно другое. Именно поэтому пребывание лицом к лицу, чтобы вы таким образом спокойно смотрели. Я не хуже тебя, и я не буду перед тобой оправдываться. И я не лучше тебя, и поэтому я не буду тебя давить. Со мной все в порядке, и с тобой все в порядке. И ты, и я человеки. Ну вот и все. А когда есть проблема с самооценкой, когда человек воспринимает себя там нечто фантастически полубожественным, либо когда воспринимает другого не человеком, а каким-то чудовищем или, значит, чем-то, что наделено магическими способностями. Но это всего лишь люди. Это всего лишь люди. Это всего лишь люди. Вот это важный момент очень. И важно себе напоминать. То есть, смотрите, проблемы с самооценкой – это побочный эффект. Либо восприятие себя мифическим персонажем, либо восприятие других мифическими персонажами. Но это люди. Люди – это человеки. Человеки-молекулы. Итак, Внешняя работа, открытые... Да, это внутренняя работа. Я вас приглашаю поставить на паузу вот здесь и в отношении каждой из 36 фраз, которые видите вы на экране, проговорить. Ну, например, «Мне кажется, что ты выдаешь сейчас желаемое за действительное, Альберт. Неужели тебе непонятно, дурак?» Так, я не хуже вас, и поэтому я сейчас не буду перед вами оправдываться и играть в вашу эту игру с этими крючками. И я не лучше вас. И поэтому я не буду вас давить, унижать и оскорблять в ответ. То есть заставлять вас играть в мою какую-то игру. Вы спокойно пребываете лицом к лицу. То есть вы можете в отношении каждого из 36 крючков, которые наблюдаете здесь, которые я продублирую обязательно, в описании к этому уроку проговорить эту внутреннюю работу вслух, наедине с собой. То есть вы таким образом словно выравниваете вот эту колеблющуюся самооценку она здоровая, когда вы понимаете, что люди, которые вас окружают, они не хуже вас, и они не лучше вас, и вы не хуже других людей, и вы не лучше других людей. Но настал момент вытащить из своей плоти этот ржавый гвоздь, который вынуждает необходимостью сравнивать. Этот лучше, это лучше, это хуже, это лучше, это хуже, хуже, лучше, лучше, хуже, хуже, лучше, лучше, хуже. Да нет, это просто базары в пользу свиней. Но я думаю, вы от них немножко отличаетесь, будучи человеком. Вы надо необходимостью сравнивать, лучше или хуже. Видите, еще здесь, я сейчас специально разыграл вот эту метафору с... Я надеюсь, вы же... То есть, когда... Вот здесь вы можете почувствовать сами границы языка, в которых вы находитесь. То есть зачастую сказанное уже сильно отличается а от изначально впаянной впаянной сказанной мысли. И поэтому здесь я не хуже других людей, и я не лучше других людей, я не хуже тебя, и я не лучше тебя, я не хуже тебя, и я не буду оправдываться перед вами на ровном месте и вовлекаться в ваш бред. И я не лучше вас. Я не буду заставлять вас вовлекаться в мой бред и оправдываться передо мной и вас давить. Я не буду. То есть я, не, я разрешаю себе не играть в ваши игры. Я разрешаю себе не заставлять вас играть в мои. Я в порядке, и ты в порядке. Я хороший, и ты хороший. Итак, Внешняя работа теперь, это внутренняя работа. Внешняя работа – это как второе волное вам упражнение на ваше усмотрение. Открыто, то есть слова, что могут проговариваться. Открыто уточняющий вопрос с крепкой защитой личных границ. Я сейчас покажу. То есть, если собеседник настаивает на необходимости продолжать вас подавлять, то вы можете завершить общение. Я приглашаю вас помнить, что вы можете завершить общение. У вас есть право и свобода на это». Помните, радость от отношений зависит и от тебя, то есть и от другого, и от партнера. А то, что мне не будет плохо, зависит исключительно от меня. Но я думаю, вы заметили, это моя адаптация древней китайской мудрости, что победа зависит от другого, а непобедимость зависит от меня. То есть, будет ли мне тепло с тобой, зависит и от тебя, и от меня. Но то, что я не сдохну от холода, зависит исключительно от меня. В этих взаимоотношениях, понимаете? Вот это важный момент, вот эту формулировку про это важно помнить. То есть, не снимать себя ответственность за ваше благополучие. Помните, сохранять свою субъектность и позволять другому тоже быть субъектным то есть быть действующим лицом, имеющим ответственность за свою жизнь, а не отбирать у людей эту возможность. Итак. А теперь давайте мы с вами разыграем и внутреннюю, и внешнюю работу в ответ на каждый из крючков, и вы на ваше усмотрение заставлять не буду. Можете это сделать то же самое в отношении каждого из крючков. Итак, ну ты какой-то Альберт совсем слишком эмоциональный, ерунду какую-то поришь. Так, я не хуже тебя и не буду оправдываться перед вами. И я не лучше вас и не буду заставлять вас сейчас оправдываться передо мной, потому что вы мне бросили оскорбление. Я нормальный, и ты нормальный. Теперь внешне. Так, слышу, о чем вы говорите. о чем конкретно идет речь? Давайте-ка разберемся. Да-да-да. Давайте, присаживайтесь, пожалуйста. О чем конкретно идет речь? Ага. Давайте разберемся, чтобы такие ситуации не повторялись Дальше. Все-таки считаю, что мы с вами достаточно обладаем разумом, чтобы не общаться друг с другом как свиньи. Да, давайте, да, давайте разберемся. Угу. Да, потому что знаете, если я слышу оскорбление в свой адрес один раз, передо мной свинья. Если второй раз, то свинья я. Свинья в данном случае – это прекрасный представитель царства животных, как и остальные. Это метафора, в первую очередь. Вместо нее можете ставить все, что угодно. Она воспроизвела себя здесь, и поэтому решил я не отказывать ей в удовольствии быть названной. Итак, видите, внутренняя и внешняя работа. Внешняя работа. То есть открытый уточняющий вопрос. Так, давайте разберемся, в чем дело. На базе каких фактов вы пришли к этому выводу? Давайте разберемся. Это со мной не созвучно, чтобы такого не повторялось в дальнейшем. О чем вы говорите? Если собеседник настаивает, да ты что, дурак, научился этим своим приемам, никакого смысла они не имеют, вообще не можешь нормально общаться, то... Видите, если собеседник настаивает на необходимости продолжать вас подавлять, вы можете завершить общение. Так, насколько я понимаю, здесь нет смысла продолжать общаться. Если вы решите взаимодействовать по-другому, приходите, дверь открыта. Да, но ну это если какие-то близкие взаимоотношения в данном случае. Принцип открытой двери. Понятно? Вот, но что-то доказывать не надо. Вы можете завершить. Ты что, меня не слышишь, что ли? Я тебя уже сто раз одно и то же повторяю. Так, я не хуже другого человека, и у меня есть уши, разум, голова, и поэтому я не буду перед ним оправдываться. И в то же время я не лучше другого человека, и я не буду его атаковать и заставлять его оправдываться передо мной. Со мной все в порядке, и с ним все в порядке. Так, это внутренняя работа, теперь внешняя. Так, я вижу, что вы мне говорите, слышу, о чем конкретная речь. Я так понимаю, я действительно не понял, что вы хотите мне донести. Давайте разберемся спокойно, чтобы в дальнейшем не возвращаться к таким ситуациям. Что конкретно вы говорите? Давайте разбираться. Видите, то есть из позиции «я в порядке, ты в порядке» вы настаиваете на необходимости принимать решения, делать, извлекать смысл из ситуации, пребывая лицом к лицу. Да ты же меня совершенно не слышишь! Тут любой крючок, продолжение подавления. Так, до свидания. То есть, смотрите, важная тема. Крючок имеет силу, только если у вас проблемы с самооценкой. Для того, чтобы себя расколдовывать, а не требуйте от себя необходимости. А, ну понятно, все, все теперь, да? Зачастую, что отличает быдло? Необходимость с первой попытки за секунду что-то сделать выводы, и все, теперь будет так. Нет, это плод усердной работы и тренировки когда задача заключается в том, чтобы тренировать свою способность усидчивость, запомни, новые действия без старых привычек. Ну что ты такой вечно неблагодарный? Это для крючка повод вторичен. Вы можете каждый раз говорить спасибо и быть супер благодарным, и это не будет мешать собеседнику бросить в вас такой крючок. Так, я слышу крючок в данном случае, но я не хуже, и поэтому я не буду перед тобой сейчас оправдываться. И я не лучше тебя, и я не буду сейчас на тебя давить. Со мной все в порядке, с вами все в порядке. Вы мне скажите, пожалуйста, что конкретно вы сейчас предлагаете и на основании чего вы мне это говорите. Давайте разберемся. Все-таки не в моих правилах иметь взаимоотношения с кем бы то ни было в таком ключе. Не, ну ты вообще какой-то неблагодарный. Так, насколько я понимаю, мы с вами не построим взаимодействие. Все, будете готовы обсудить конструктивное решение задач, приходите. Ну, Альберт, ну это же в личных взаимоотношениях так не работает. Ну и дальше жри говно. Это работает всегда. Вопрос лишь твоей настойчивости и устойчивости. Заставлять не буду. Но все в порядке. Наилучшим образом. Вы уж сами выбираете как. Итак, теперь с точки зрения образа. Смотрите, вы подходите, например, да, к администратору спортивного зала, который выдает вам ключ от шкафчика и полотенца, допустим. И вы по умолчанию, вам хочется опустить свой взгляд. Вы ничего не сделали, но вы уже чувствуете себя ущербным. Вдруг. То вы... Так, ну я не хуже тебя, дорогой сотрудник я не буду перед тобой чувствовать себя ущербным, и я не лучше тебя, я не буду тебя заставлять чувствовать себя ущербным, все в порядке, спасибо за ключик и полотенце, все, хорошего дня, до свидания. Задача сделать это сто раз. Сделайте это сто раз. Вот в микросоциальных эпизодах взаимодействия. То есть, я думаю, пример достаточен, да, с впиливанием в пол, чувствуя себя ущербным, даже ничего не сделав перед этим. Итак, товарищи, вот такой урок. Мы с вами лютанули здесь серьезно. В письменном формате продублирую текст к описанию этого урока. Многие гипотез прозвучало выше. Я настаиваю, что не все обязательно должно быть с вами созвучным и полезным. Но если хотя бы одну мысль для себя здесь вы извлекли, это уже будет большой победой. С вами Альберт Сафин, уважаемые. До скорых встреч! Пока. Какой прекрасный урок, правда? Вы, наверное, думаете, а вот почему Альберт прощается, говорит пока, и потом говорит что-то еще дальше, что урок прекрасный и прочее. А я вам объясню, потому что я что-то говорю, и параллельно с этим курсором мышки нажимаю на остановить запись. А что значит для вас ⁇ уметь начинать, уметь завершать, уметь контролировать свои внутренние проявления?